Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, в прошлом эпизоде мы словили двух шайни покемонов, это вообще капут, сразу же заспавнились два шайни покемона. И, в принципе, сейчас, ребята, мы их, наверное, все-таки будем прокачивать. Бам-бам-бам-бам. Действительно, будем мы их сейчас прокачивать. Что я хотел? Давайте, так, вот что я хотел. Сначала давайте вот это все поскладываем в сундуки, что у нас есть в рюкзаке. Да. И вот что я думаю, можно, наверное, пойти попродавать вещи, как бы, которые у нас вот сейчас есть. Может, если там, в принципе, наберется, так, если там наберется 100 алмазов, да, то, то мы, ребята, в принципе, сможем купить еще один алтарь, да. Так, ладно, сейчас давайте вот это все поскладываем, вот так. И. Сейчас. Так. Вот это. Так. О, шайни. Ух, какой шайни. Покемон босс. О, там еще один. Отлично. И вот так. Так. Там еще один, ребята. Где он? Да. Как раз в том месте, где... Сейчас. Так, убили. Может, еще тут... О, да, еще один есть. Вот он. Только он вот кто-кто, но он в земле. Стоп. А, нет, отлично. Так. Отлично. Что ж, ребята, сейчас, может, еще будет. Нет. Так, вот сейчас. Идем опять вот это все поскладываем. Идем опять поскладываем. И потом возьмем что-то, чтобы продать можно было. Сейчас. Вот это сюда, это сюда, это сюда, да? Вот так. Вот так. Сейчас, ребята, что-то я хотел. А, вот что я хотел. Сейчас я проверю, если вот Poke Spawn Slow King. Я не знаю, как он пишется. Я не знаю, как он пишется, ребята. Сейчас я посмотрю. Секунду. Если, в принципе, он тут есть вообще. Сейчас. Нету его тут, ребята. Вроде, как я понял. Сейчас, секунду. Еще посмотрю. Вроде его нету. Нет, его нету, ребята, в игре. Как бы не добавлен еще. Так. И вот Оникс тоже вроде не добавлен. Я не знаю, как он пишется. Сейчас. Давайте уже его посмотрим. А то многие пишут, прокачай вот Оникса, прокачай еще кого-то. Их, ну вот насчет... Нету их, ребята, в игре. Так что... Нету, да. Так, сейчас, ребята, что я хотел? А, да, идем мы попродаем вещи, которые, в принципе, уже есть, да. Немного, конечно, я так думаю, но все-таки какие-то да там есть. Вот это можно продать. Это. Это,
По одной хотя бы оставим штучки, чтобы было. И уже, в принципе, нормальное такое количество будет алмазов. Вот так. Это продадим. Так, сейчас. Вот так. Ладно, пускай пока что будет вот так. И... Ладно, потом. Это потом. О-о-о, ту-ту-ту-тун-тун-тун-тун-тун. Еще один. Сейчас, может, и с него еще тоже какие-то там вещи выпадут. Да, вот. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Так. Идем, ребята, продадим вот это, посмотрим, сколько там будет алмазов. На сотку, я думаю, все-таки не потянет, но... Может, 50 где-то будет. Ну, может, больше, чем один стак даже будет. Посмотрим, ребята, посмотрим. Если будет, то, в принципе, уже отлично, да? Уже можем, наверное, купить алтарь. Для Артикуна, да. Так, ладно, тут у нас что? Так, вот это у нас 5. Вот это. Еще есть хилки. Да, вот. И вот. Вроде уже все. Ну да. Ну там еще дома есть пару штучек. Посмотрим сейчас. Или сейчас, давайте это продадим тоже. 10 алмазов, да, конечно, немного получилось, но... Так, тут у нас... Так. Тут. Ну, тут 12. Вот этих мунстонов. Сейчас. Тут 4. Еще что тут мы можем продать? Вот. Вот. Еще что-то. Вот это. И вроде уже все. Или еще что-то можно. Вот это еще можно. Больше я... А, нет, вот еще. А. Так. И еще, еще. Тут вот это. А, это мы не поставили, да, на продажу. Ладно. Вот это. Тут, конечно, по одному алмазу, но все же. И еще вот это, да. В принципе, 70 алмазов рона получилось. А у нас там, если я не ошибаюсь, ровно 120. То есть получается 190. Да, ребята, конечно, не хватает алмазов. Ну, еще вот это взять, тут еще где-то 20 будет приблизительно. Меньше даже, чем 20. Ах, капут, ребята. Нужно искать покемона-босса. Сейчас давайте еще вот это продадим. И там у нас будет где-то ровно 200 алмазов. То есть нам нужно будет еще 50 алмазов, а это нужно убить немало так покемонов-боссов, да? А их нужно искать. Поэтому... Сейчас. Еще давайте вот это все продадим. И ровно посчитаем, сколько там. Так, вот это у нас... А, вот тут. Так, вот это у нас тут. Вот так. Тут у нас... Сейчас, 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 выйдем.
Тут у нас 70, 80, 89, да? Так, 89. А там у нас сколько я говорил? 120. Нет, тут у нас... Сейчас, вот так. И вот так. Так, ну, в принципе, получается приблизительно так 200, там, 10, 220, точно считать не буду, но, да, все-таки не хватает. Сейчас, 100, 150, 185... 195, 105, 115, 119, 123, где-то приблизительно 2, где-то 202, вроде 223 алмаза, как я понял. Да, ну, в принципе, не хватает нам, ну, не знаю, много ли, немного покемонов-боссов, но приблизительно нужно убить, если, ну, смотря какие покемоны боссы, да, бывает, что там много всяких вещей сразу выпадает, а бывает, что по одной. Так, ребята, нужно нам искать покемонов боссов. Сейчас мы, ребята, будем искать как раз. О, там еще один. Хилку мы забыли продать. Ладно, давайте пойдем быстренько. Так. Нужно сейчас искать покемонов-боссов, ребята, да. Будем сейчас летать. Конечно, можем потепешиться, но все-таки давайте полетаем. Зачем-то у нас, да, есть летающий покемон, да. Смотрим, сейчас. Смотрим на карту. Вдруг еще Шайни будет или еще кто-то. А, сейчас. Вылетим на берег. Там был кто-то или мне показалось? Я просто не успел посмотреть. Да, был. Отлично. Вот это что, карта что-то не грузится. Вот. Если... Вот. Два алмаза, так как вот эти два мы не продаем, поэтому два алмаза получается. Ну, уже, в принципе, нормально. Сейчас. Так. Ну, да, давайте. А что я хотел? А, сейчас. Да. Так. Вот так. Полетели. Так, смотрим. Еще кто-то заспавнится? Ну, пока что я не вижу. Нужно все-таки реально, ребята, вот этих боссов искать. Не хватает приблизительно где-то 20 там с чем-то алмазов, да? Чтобы купить еще один алтарь. Алтарь нам нужен. А потом еще, прикиньте, еще на один алтарь, да, 200 с чем-то там алмазов. Да. В принципе, реально нужно искать покемонов боссов. Ну, кто-то. Ну чё, вообще нету покемонов-боссов? Вот джунгли их, в принципе, всегда так нормально. Сейчас, может, залетим туда? О, отлично. И он в земле. Да. Так, вот он где-то у нас вот тут. Так.
Вот он. Вот там еще и гравий. Ну, в принципе, ладно. Еще один алмаз, да. О, вот как раз, может, сейчас как раз поищем немного фосил. Вдруг будет. Вот ты чё... да. Так, ну, может будет, может нет. Какая... ну, в принципе. Сейчас посмотрим. Может и будет там. Нет. Ладно, не будем раскапывать там все. Там что-то. Или тут. Нет. Давайте... не. Так. Пойдем куда-то направо или налево. И вот сюда, например. Чё там? Там лава? Туда нет. Тут что? Ух, чуть не... Ну, вот эти шейдеры реально, что-то в шахтах вообще нифига не видно, нужно везде факелы ставить. Так. Вот тут может что-то. Нет, и факелов в принципе нету. О, там еще есть. Гравий. Ну тут тоже ничего нету. А вот тут, тут тоже походу ничего. Ладно. Сейчас, значит, куда-то вот сюда пойдем. Тут тоже никого нету. Сейчас. Так, сейчас. Ну, ребята, нужны алмазы. Нужно покемонов-боссов. Конечно же. Но вот где они? Чё-то не спавнится. Так, вот это чё-то залагало. Так. Ну, в принципе, карта, да, грузится сразу вот так, поэтому... Шай! Ещё один шайни! Да ты чё, прикалывайся? И если это такой шайни, которого у нас нету, это реально что-то будет. Шайни Райдон. Ребята, я не читер. Как? Я не понимаю, как они вот так спавнятся. Просто, ну это капут.
Давайте все-таки его мастер. Вам, ребята, еще один шайни, который мы будем прокачивать. 42 уровень, да, конечно, так его мы не словим, но... Еще один шайни, ребята. Шайни Райдон. То бишь, его мы прокачаем. Потом можно эволюционировать в шайни Райпериора. Да, ребята. Купили шайни Чармандера, словили еще парочку шайни. И вот сейчас еще одного. Да ты че? И сейчас опять одного шайни словили. Капут. В принципе, да, они так спавнятся как бы сразу же, да? Поэтому... Ну вот, вот сейчас глючит полет, потому что, ребята, мы летим, да, и карта вот сразу перед нами генерируется, так как тут мы еще не были. Капут. Шайни Люксио. Кто там, кого мы еще шайни словили там? Шайни Клефери, нет. Как она там называется? Вот еще Райдона. Или кого мы сейчас словили? Ну, в принципе, да. Вроде его. Офигеть. У нас уже там столько шайни, что... Да. Да, вот реально. Вот сейчас грузится и лагает. Так, ну, в принципе, тут, ребята, уже никого не будет. Ну, в принципе, будет, но я думаю, что на этом уже можно закончить, ребята. Мы продолжим вот тут, я так думаю. Нужно будет дальше полетать, вдруг еще там встретим еще одного шайни. Ну, в принципе, ребята, нам и так нужно полетать, так как нам нужны покемоны-боссы. Да, чтобы понавыбивать шмоток, да, и попродавать их, и чтобы потом купить еще один алтарь. Если я помню, там у нас 220, вот, 224, 225, 226, 227 алмазов, если так. Если я точно считаю, то сейчас у нас 227 алмазов. Поэтому, ребята, сейчас там еще один покемон босс. Только вот где он, в воде или... Нет. Да, в воде. Так. 227. 228. 228 алмазов. Будем так считать сейчас. Все, ребята, давайте на этом все-таки закончим вот тут. Ух ты ж. Продолжим вот тут, я так думаю, опять полетим куда-то. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.